Всем привет! Напоминаю, что молоденькие кореллы, вот такие красопеты, все еще в поиске своих владельцев. Птички реально еще юные, будут хорошо приручаться. И если будете заниматься, вполне способны разговаривать. Поэтому есть шанс приобрести себе питомца, который заговорит. Деткам от 1,5 до 2 месяцев можно прийти и выбрать себе питомца. Вот такие вот красавчики разного окраса. Совсем еще юные товарищи, поэтому пугаются. Вот такие разноцветные детки. И рябенькие вот крылышки, и чисто черный, желтый. Так что приходите, выбирайте. Ждем вас ежедневно в зоомаге.